Баскетбольный клуб ЦСКА через несколько дней начинает сезон. Подтвердить прошлогодний титул чемпиона России – задача не из легких, но команда уверена в силах. Предсезонная подготовка прошла на ура. Мы выиграли 2 турнира и надеемся также продолжать и в сезоне. Компания «Норильский никель» предоставляет нашей команде все для того, чтобы мы только тренировались, играли и побеждали. Поэтому мы постараемся не подвести их и наших болельщиков. В прошлом году клуб отмечал 90-летний юбилей, в честь чего форма игроков была в ретро-стиле. В этом сезоне экипировка армейцев изменилась. Впервые в истории клуба дизайнерам помогали болельщики. На нашем сайте было вынесено несколько вариантов шрифтов, как можно сделать форму на новый сезон. И болельщики своим голосованием выбирали. И в итоге у нас вот имеется вариант такой формы. Форма выполнена в двух цветах – красном и белом – для домашних и гостевых матчей. Теперь фамилии игроков можно прочесть даже с самых дальних трибун. Буквы на майках стали заметно крупнее. Изменилось и расположение логотипа владельца команды «Норильского никеля». Баскетболисты новой формы довольны и с гордостью демонстрируют ее перед камерами.